подписчики моего YouTube канала. Это видео будет показано как продолжение цикла моих видео о Qoricancha, так называемый храм солнца в Перу. Я уже сделал несколько видео об этом храме и говорю и повторю, что не удивлюсь, не перестаю удивляться этому месту. И если бы меня спросили, где вот какие-то следы богов, то я бы первый ответил, конечно, вот Qoricancha — это одно из них. Сооружение, стены сооружения, все наклонены вовнутрь. Что с этой стороны, что с этой стороны. Такая очень интересная, ну, очень интересный способ кладки камня. Также там есть специфические трапециевидные двери, ниши и даже окна. А трапециевидная форма, согласно моему мнению, она одна из самых древних. Она есть в Древнем Египте, в сооружении, которым там 2500-2700 лет до нашей эры. И даже есть некоторые старше. Ну и по всему Перу, в Анатолии и прочих, Ближний Восток, немножко в Аргалии, в Греции, и не только там в Греции. В Италии немножко есть. И все это как минимум ориентировочно вот медный век, бронзовый век, начало железного века. Древние и как минимум там больше, чем 2000 лет, больше, я так думаю. Более подробно об этом храме будет показано в этом видео. Еще раз хочу сказать, что там есть несколько каких моментов, и когда древние строители, кто только неизвестно, кто именно построил это все в этом месте, кто это построил, ну, Qoricancha неизвестно. Я могу сказать одно, что они оставили несколько таких каменных блоков размером с мизинец. Вот идет полигональная кладка, а там раз, вот такой вот маленький блочок размером там с палец. Даже бывает и меньше там. Их как минимум там два. Один из них, у меня там есть фото Брайана Форестера, даже два из них там фото Брайана Форестера. И не только их. И они вот показывают эти каменные блоки. Вот. Строителям было делать. Я так думаю, что это вот послание будущим поколениям, вот, мол, попробуйте повторить.
И еще, как, насколько мне известно, никто из современных строителей в Перу даже не пытался повторить эту полигональную кладку. Так как это одно из наиболее самых таких сложных процессов. И самое сложное, что только может быть в каменной кладке. Все остальное вы видите дальше в видео. Спасибо за ваш просмотр. Спасибо всем, кто помогает моему YouTube.